Всех приветствую, продолжаем знакомиться с древнеегипетской мифологией. Анурис, Анхур, Анхара, Анхурет, Анхур. Древнеегипетский бог охоты и войны. Он помогает Ра в борьбе с Апопом, а Гору в борьбе с Сетом. Его культ был распространен в Тинисе и Сибенитосе. Анурис соответствует древнегреческому Иопету, отцу титанидов, Атланта, Минойта, Прометея и Эпипетея. В Греции его также отождествляли с Аресом. Торжественный эпитет бога Ануриса – тот, кто приводит издалека. Анурис отождествляется Шу, возвращающим из нубийской пустыни Ока-Ра, Тифнут, в облике львицы. Почитается в паре с богиней львицы Менхит. Изображается в виде юноши, облаченного в тунику. Правая рука его обязательно поднята вверх. Его непременный атрибут – головной убор из четырех или двух высоких перьев. Его женской сущностью, соответственно, супругой была богиня по имени Менхит. Согласно целому ряду мифов, свою супругу Анурис привел из Нубии. Необходимо заметить, что имя древнеегипетского бога означает «тот, единственный, который приводит обратно далекую». Еще одним названием Ануриса было «поражающий врагов». В руке Анурис держал короткое копье. Иногда это божество изображали также в виде человека с головой льва, что, по-видимому, должно быть символизировать силу и мощь. Будучи также богом войны, Анурис считался покровителем египетской армии. Кроме того, он был своеобразной персонификацией воинов фараона. Есть сведения о том, что проводились целые празднества в честь этого божества. Во время римской эпохи на стенах египетских храмов появились изображение императора Тиберия, причем голову его украшал тот же убор, с которым изображался и Анурис. Помимо этого, некоторые мифы отождествляли Ануриса с Солнцем, потому что он иногда рассматривался в качестве одного из главных помощников солнечного бога Ра. Кроме того, имя Ануриса упоминается в мифах, которые связаны с возвращением ока Тифнут. Вот так вкратце из интернета о Анурисе, древнеегипетском боге охоты и войны. Также его называли Анхур, Анхара, Анхурет и Онхур. Пока-пока, до свидания.